Всем здравствуйте! В общем, в городе Гарны открылся новый ресторан под названием Ноян Айги. Ноян Айги, это как бы получается Ноян. Пауза. Новый Ноян Сад называется. Здесь что интересно, тут есть армянский тарас, одежда такой красивый. Вот, у нас внутри встроенный этот тандыр, вот, здесь лаваш пекут, вот место, очень красиво. У вас еще старинный, что есть тут, сказали? Давайте туда. Угу. Есть старинные кувшины, да, получается, у вас? Да. Здесь мангал. Здесь мангал есть, на шашлык делает. Вот. Ковка интересная тоже. Сколько лет вот? Седьмого века вот такой сосуд для вина. Очень красивый. Здесь дегустационный еще зал есть. И разный винный, да, ассортимент. А здесь этот, изделия делают из глины, вот, разные. Можно самому тоже делать, да? Да, конечно. Вот. Вот, в общем, очень интересное место. А здесь уже резьба по дереву, нарды, шахматы. Здесь чучхелы готовят. Вот. В общем, очень красивое и интересное место для отдыха. Рекомендую. А номер телефона какой у вас тут? Сейчас скажем. Да, наши ушли. Да, сейчас. Есть еще подвал у нас. Старинное вино тут, в общем, разного. Вот. В общем, очень красивое место тут открыли, вообще интересно тут. Все. Так что добро пожаловать в Ноян Айги. Вот так.